Я так понимаю, это игра типа Даши следопыта, только если ты не найдешь какую-то вещь, то ты обосрешься, да? Я не понял. Тут либо, короче, Той Фредди запаковали в коробку, либо Той Фредди схитрожопил и вместо себя поставил коробку. Мне кажется, вот этот пацан, который здесь жил, он явно стал Якубовичем. Вот все, но это похоже, мать его, на музей Поле чудес. Ну что это такое? Ну посмотри, ну это же такой срач. Это когда пацан не убирался 40 лет у себя в комнате. 40 лет, мать его, он не убирался в комнате. Ну что, у него унитаз стоит, там он подарок уже высрал. Зачем? Привет! Сегодня мы поиграем в новую фанатскую игру FNAF, в которой нужно будет искать пропавшие вещи аниматроников и ловить скримеры. За это ты должен уже поставить лайк, потому что игра реально интересная. Это канал FNAF Play, а я Медвежонок Фредди, и погнали скорее играть! Игрушка называется Fred Spy, и нажмем на play, посмотрим, что же здесь нужно делать, как искать вещи. У нас есть несколько уровней, вы тут посмотрите, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3... FNAF 4, FNAF Sister Location, ну FNAF 5, FNAF Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, FNAF 6. И дальше есть уровни. Бэк, задний двор. А, это, наверное, из FNAF 6, понятно, там, где аниматроники лежали. Дом Майка, офигеть. Это, наверное, FNAF 4, что-то типа того. Пиратская бухта. Help Wanted, даже FNAF 8 здесь есть. И Sister Location Lift. Интересненько, интересненько. Итак, у нас уровни все закрыты, нам нужно проходить по порядку уровней, чтобы открыть. Начнем с первого ФНАФа, и здесь у нас Бонни, наверное, он будет нас пугать. Погнали играть. Найди все 10 спрятанных объектов в офисе из ФНАФ 1. 3 минуты, таймер, чё, не кликай куда? В смысле, чё? Это офис из ФНАФ 1? Какого хрена тут такой беспорядок? Охранник, ты решил из офиса музей сделать или что? Я не понимаю. Я только по кексику догадался, что это, блин, офис из FNAF 1. Офигеть. Капец тут срач. Я не... А почему таймер на нулях? Так, о, 2 минуты уже. Ой, так, искать вещи, хорошо. Игрушечный телефон, рюкзак, микрофон, ковбойская шляпа, зеленый какой-то, ведро зеленое, Бонни маленькая игрушка, спикер, динамик, наверное, да? Оранжевая бутылка... Фиолетовая кружка, Golden Freddy игрушка. Охренеть, это все надо найти. Да как в этом сраче можно вообще... Ковбойскую шляпу, ладно, вижу, ковбойская шляпа. Окей, ну обосраться. Здравствуйте, приехали. Мы сегодня ничего не найдем. Мы сегодня не пройдем ни один... Нам все, нам хана, мы все умрем. А вот это... Что, подожди. Там была, по-моему, фиолетовая... Вот, фиолетовая... Кап, это что такое? Кап, это какая-то... Это ваза, вот это? А, блин, да иди колотить, Бонни, ты чё? Ты охренел? Я чуть не обделался только что, Бонни, ты чё творишь? Фиолетовая ваза, да-да-да, конечно. Это было немножко не то. Блин, вот это жопа, конечно, это просто... Это сложно, если честно. Я так понимаю, это игра типа Даши следопыта, только если ты не найдешь какую-то вещь, то ты обосрёшься, да? От страха. Офигенно, да? Вот офигенно придумал, на самом деле, разработчик. Такого, по-моему, еще не было во FNAF, где мы просто ищем вещи, если мы тыкнем туда, нас убьют. Блин, одна ошибка, хотя бы можно было бы пару ошибок. Я нашел только ковбойскую шляпу. А, фиолетовый стаканчик, наверное, вот же он. Отлично. Давайте повнимательнее все поищем. У нас на все про все 3 минуты, я думаю, мы успеем. Если мы половину вещей уже нашли, да, блин, по-любому, вот ты, который сейчас смотришь этот видос, ты по-любому уже все нашел, да? Зеленое ведро. Похоже, ну я думал сначала это люстра, и так это ведро. Окей. Короче, тест на внимательность. Ты по-любому уже все нашел, да? Я вижу игрушку Чики, я вижу игрушку Бонни. Нам чья игрушка нужна? Тойфон. А, подожди. Телефон. Вот же он. Телефон, вот же он. Смотри-ка, он спрятался, язык показывает. Скотина такая, а? Думал, я тебя не увижу, что ли? Лейку я вижу, но лейка нам не нужна. Микрофон. Не вижу. Рюкзак. Вот, пожалуйста. Рюкзак. Слушай, да мы это пройдем сейчас. Гребаный бой, тебе больше меня не... У нас 2 минуты еще, нормально. У нас... Мы половину нашли. Ты понимаешь? Мы тащим. Мы половину нашли. Все благодаря твоим лайкам, потому что ты ставишь лайки, и я тащу. Понимаешь? Вот если бы ты не ставил мне лайки, мы бы уже давно проиграли, потому что я не могу найти вещи. А когда ты ставишь лайк, я такой сразу хоба, и вот она вещь. А, представляешь? Да, вот, например, смотри, вот ты сейчас лайк ставишь, да, вот ставишь, да? И я сейчас, смотри, сейчас найду... А вот он, Бонни, чё, мы его не видели, что ли?
О, видишь, сразу бой нашел. Ты понял, да, как это работает? Офигительно. Офигительно. Динамик-то вот же он, ну, в конце концов. Ну, динамик. Мы что, не знаем, как выглядит динамик? Вот он, динамик. Все, три вещи осталось найти в конце концов. Ага. Это же из FNAF 4, да? А, так вот оно. Прикинь, хитрожопые посветили фиолетовым, чтобы я не понял, что она оранжевая. А я понял, потому что это FNAF 4. Две вещи, смотри. Видишь, ты лайков понаставил, мы сразу все нашли, представляешь? Лайки чудодейственные, что делают, а? 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 Вот видишь, как ты помогаешь мне по прохождении игры? Постоянно ты помогаешь. Вот я нифига не могу сделать, ты лайков понаставишь сразу, хоба, и все попрет. Микрофон и Golden Freddy. Golden Freddy? Игрушка Golden Freddy, в смысле? Такие... А, вон он сидит, ты чё? Ты чё приныкался? А, приныкался, мелкий, смотри, сидит там, а? Осталось найти микрофон, и мы затащили. У нас ещё 40 секунд. Ха, 40 секунд для микрофона, да это же изи-катка. Это же изи-катка, только где этот сраный микрофон? Его украл Фредди. Мне кажется, мы попали в музей Поле Чудес. Сейчас выйдет Якубович и в костюме мушки Дрозофилы и будет нам танцевать. Потому что, как бы... какого хрена тут все завалено? Микрофон, пожалуйста, мне... Это он? По-моему, это он. Микрофон. Ты сделал это! Есть, пацаны, мы это сделали! Пацаны, девчонки, мы это... Чё ты, Бонни, пялишься? Ты меня больше не напугаешь. Ты меня больше не напугаешь, я тебя уделал. Уделан, Бонни, все, отвали. Новый уровень открыт. Офигенная игра, слушай, очень крутая игра, мне нравится. Такого еще не было во ФНАФе, поэтому это круто. Той Фредди, я думал будет... А, ну ладно, смотри, одна звезда. Той Фредди, погнали, погнали, чего бы нет. Той Фредди, сейчас мы тебя будем уделывать. Найди 10 вещей, 3 минуты, не кликай на всякое говно. И легко, легко, давай. Какие вещи, это что? Это ФНАФ 2? Я не понял, тут либо, короче, Той Фредди запаковали в коробку, либо Той Фредди схитрожопил и вместо себя поставил коробку. Типа, ага, меня не спалят. Я такой же жирный, как эти огромные коробки, да? Той Фредди-то хитрожопый, он замаскировался под коробки, представляешь? А что нам надо найти? Чика-игрушку, голубой рюкзак. Ну, рюкзак, это понятно, мы уже находили. Я уже знаю, как он выглядит, уже круто. Игрушечный телефон. Так вот он сидит. Телефон, ты от меня не спрячешься. Цветочный горшок, подожди, мы видели цветочный горшок? Вот он, сразу, смотри, сходу. Я же видел его в прошлой офисе. Фредди картинка, Фредди. Обычного Фредди? Я вижу только картинку той Фредди. Может, про него? Давай нажмем. Да? Да? А, да блин, гребаный медведь! Какого хрена ты делаешь? Я чуть не сдох, блин, от страха. Я тигрён специально замаскировал эти грёбаные коробки, чтобы я думал, что он меня не напугает, а он меня напугал. О, ты куда ты поехала-то, ё-моё, нам еще с той Фредди разобраться. Фух, вот это... Нет, игра страшная. Ты вот как бы чё... Я потому что я думал, я уверен был, что это правильная картинка, я не знал, что будет скримак. Вот в чем проблема этой игры. Мне кажется, лайков мало. Вот по-любому сейчас будет много лайков, и мы с первого раза пройдем. Но это уже со второго. Ну какая разница, мы пройдем это. Давай быстро ставим лайки, и я ищу игрушки. Так, Чика-игрушка. Чика-игрушка. Так вот она за Чикой. Ха, приныкалась, смотри. Игрушка Чика приныкалась за Чикой. Голубой рюкзак, давай по порядку. Давай телефон сразу найдем. Телефон сразу, точный горшок. Рюкзак, пожалуйста, рюкзак. А, ты конченый, что ли? Я же нажимал на горшок. Ты ссаный медвежий кусок говна. А, я нажимал на цветок, а не на горшок. Так я думал, это все одно и то же. Типа, цветы в горшке, горшков в цветках. Там оно как бы взаимосвязано. Нет? Гребаный медведь, ты что творишь? Так и обделаться можно. Да, спасибо. Даже следопыт бы тут обосралась, если бы искала вещи в этом пиццерии. Да блин, я куда кликнул? У меня камера уехала. Не надо меня пугать никакого праздника. Гребаный медведь, хорош. Завязывай так делать. Я, короче, нажимал, у меня камера уехала. Случайно. Случайно получилось, я не виноват. Я сам обосрался, так что не надо. Не надо писать. Ух ты ж, ё-моё, медведь, что-то ты охренел. Нас Бонни всего раз напугал, мне тоже раз 20 нас напугал. Тихо. Нажал, нормально, все. Так, давай сразу, Чика. Сразу ваза. Сразу рюкзак. Чё еще надо? Чё еще надо найти? Фредди картинка, Фредди игрушка. Два охренели. Ты видишь Фредди игрушку? Я нет. А, вот он садит, смотри, скотобаза мелкая. Нашел. Фредди картинка.
Red Cup. Red Cup это, по-моему, красный. Красный. Так вот, Red. Это Red Cup? Это же Red Cup! Это же оно! Ну почему ты меня убиваешь, а? Я думал, ну, треугольник. А, Red Конус, это, наверное, да? Да твою мать, я тебя вынесу когда-нибудь, жирный. Жирный удод, ты меня уже задолбал. Жирный удод, ты задолбал меня с этими скримаками. Замаскировался под коробки. Я их сейчас сломаю нахрен. Так, все, нормально, давай. Собрались. Вот он, Red Cup. Ну, конечно же. Вот, раз, два, три. Сейчас просто, просто чекаем очень все быстро. Раз, два. Сейчас за 2 секунды пройдем. Че еще осталось? Freddy Pictures. Пицца? Так, вот она, пицца. Че еще? Толкан? В смысле, тут что? Сральник поставили? Вы превратили из сцены туалет, что ли, я не понял? А, это чтобы аниматроники срать было, куда ходить недалеко. А, ну блин, я, ну да, по глазам видно, что они сейчас обосрутся. Или это чтобы охранник, знаешь, короче, скримак поймал, сразу сходил, посрал. Удобно, а вот, кстати. Ну, блин, туалет в углу, это надо было туалет ставить не в сцене, а в офисе. Вот идеальный вариант, в офисе охранника, да, он бы зашел. Так, осталось 2 вещи, гитара? А вот с гитарой будут проблемы, потому что она же должна быть большая. А вот это случаем не гитара? Вот за Бонни, вот это вот, как бы это похоже на часть гитары. Фу, это гитара. Итак, Freddy Pictures. Картинка с Фредди. Ну смотри, я вижу вот Фредди, но это той Фредди. Я вижу кошмарного Фредди. А вот это что за дерьмо? А, так это Фредди с корявой головой. Ну, конечно же, ну вот и все, делов-то. Фредди с корявой головой с плаката. Это секретная картинка, которую видно в первой ночи ФНАФа. Точнее, не в первой ночи, а в первом ФНАФе ее видно. А, мы уделали той Фредди, уделали той Фредди. А все, потому что ты лайки поставил, молодец. Так, я хочу уже третий ФНАФ, там будет спринтрап, да, ой, красавчик, какой наш любимый спринтрапушка, погнали. Офис из ФНАФ 3, да? Офис из ФНАФ 3, серьезно, ФНАФ 3 офис? Они игровой автомат притащили, а давно бы так уже, вот уже сколько, в офисе сидит охранник, и у него нет игрового автомата, вот наконец-то, смотри, вот красивый, стоит с Фредди, можно поиграть. Опять тут срач, я офигею. Кто сюда все это притащил? Вот рожа Булунбоя, смотри. Кто сюда притащил весь этот хлам? Я не знаю, это пиццерию настолько забросили? Или превратили в музей Пуличуя? Или Якубович тут обжился? Что произошло? Что за апокалипсис? Ладно, окей, что нам надо найти? Нож. Нож фиолетового человека, которым убивал он всех подряд, да? А я не вижу нож. Ну, как минимум ножа я не вижу. Это плохо, конечно, потому что нам он нужен. Но я его не вижу. Вот хоть что сделай. Я не вижу, наверное... А, это нож? Реально это нож, прикинь, я думал, это вилка, окей. Кошмарный Фокси фотография. Голден Фредди игрушка. Да, кошмарный Фокси вот. А Голден Фредди игрушка где? Вот это? Ой, как мне везет сегодня. Фиолетовый стаканчик. Вот. А, да твою мать, спринтрап! Это же фиолетовый стаканчик, разве нет? Разве это не он? Ну это же стаканчик. Почему он не фиолетовый, спринтрап? Какого хрена? Ты его перекрасил. Грёбаный спринтрап. Я сейчас все кирпичей, знаешь, сколько... И ты знаешь, в чем прикол? Надо близко смотреть на экран, чтобы увидеть все эти странные вещи. Чуть мышка не улетела нахрен. Где фиолетовый стаканчик? Где вообще стаканчик? Я не понимаю. Это стаканчик? Да его не видно ж ни хрена! Ну как я должен был? Ладно, сволочь. Спрятал. Он его в мусорку выкинул практически. Но я нашел. Так, микрофон. Опять микрофон. Да ё-моё. Где я найду микрофон? Фредди... А, Фредди игрушка у нас есть. И Голден Фредди есть. И Фокси есть. Сейчас мы... Игрушечный вентилятор? Серьезно? Игрушечный вентилятор. А, микрофон вот валяется. Так, игрушечный вентилятор. Но это же не игрушечный вентилятор, правильно? Это же настоящий. Подожди, картинка... Рисунок Фокси нам нужен, да? Энда голова. Голова Энда я уже видел, да? Рисунок Фокси, вот он. Подожди, мы почти все нашли, почти уделали спринтрапа. Нам осталось всего 2 вещи. Игрушечный вентилятор и экзотическое масло. Так, где-то я видел экзотическое масло, слушай. Как ты думаешь? Напиши в комментариях, есть ли тут экзотическое масло. Потому что я его нахрен не вижу. Я даже вентилятор уже вижу, вот он. Он был красный весь, но я заметил. Я смотрю как бы от угла и туда-сюда, и все нормально происходит, да? Нам осталось найти экзотическое масло. Сколько у нас времени? А, еще много.
Давай подумаем. Где может... Но оно должно быть на столе. Я его не вижу. Вот ты видишь экзотическое масло? Это же трэш. Блин, вот напиши в комментариях, если ты нашел вперед меня. Я тебе скажу, что ты молодец. Потому что, как бы, я вообще не вижу экзотическое. Я уже все нашел. Нашел все. Ну нету масла этого. Да где? Ты его на хлеб, что ли, мамазать взял? Куда? Спринтрап, слышь, скотобаза. Тебе нельзя масло. Хотя, может, и можно. Будешь смазывать там свои электрические, механические запчасти. Чё бы нет. Вот же оно, ну конечно. Фу, спринтрап уделан. Уделан. Наконец-то могу сказать, что спринтрап идет в задницу официально. Потому что мы его уделали. Чё ты смотришь? Всё, мы нашли все вещи. А мы нашли все вещи. Даша Следопыт просто нервно курит в сторонке, смотря как я ищу вещи вместе с вами, друзья. Потому что вы тоже молодцы и помогаете мне. Кошмарная марионетка. Это же хана. Это же смерть. Это же просто нереально. Ты же понимаешь, что кошмарная марионетка, она нас просто... Она убьет нас. И она же во FNAF 4, ё-моё, ну все придется. Придется. Найди 10 приятных вещей в комнате из FNAF 4. Да, это же капец. Пацан. Пацан, ты давно в комнате убирался? Мне кажется, пацан... Вот этот пацан, который здесь жил, он явно стал Якубовичем. Вот все, ну это похоже, мать его, на музей Поле Чудес. Ну что это такое? Ну посмотри, ну это же такой срач. Это когда пацан не убирался 40 лет у себя в комнате. 40 лет, мать его, он не убирался в комнате. Ну что, ну, у него унитаз стоит, там, он подарок уже высрал. Зачем? Пацан, ну уберись в конце концов, ну у тебя ж тут все засрано. Я офигею, ну про, ну как? Как так можно? Мы тут ничего не найдем здесь. Пока он не наведет порядок в своей сраной комнате, это же капец. Ладно, окей, что надо найти? Красный какой-то футбольный мяч. Да серьезно, какой в жопу красный футбольный мяч? Алло, ты пацан, ты... Тут я вижу масло, но оно не нужно. Бонни игрушка. Синее ведро? Серьезно? Синее ведро? На кой хрен у тебя в комнате синее ведро? Объясни мне, ты что тут в Иван Купала играешь, что ли? Или что? С кем? Куда? Вот, я вижу ведро. Марионетка с потолка нападает. Я не знаю, это капец. Марионетка, ты с ума сошла? Марионетка, не надо так делать. Ой, а сколько всего уровней? Давай посчитаем. Мы прошли с тобой 3, здесь еще 3. Потом будет еще 3 и 2. А если мы пройдем сейчас 4, то потом 1, 2, 3, еще 4, и потом еще 3. Я предлагаю тебе пройти сейчас эту сраную марионетку и закончить на этом, потому что я уже не могу. Я должен затащить марионетку. Потому что марионетка, сволочь такая, меня бесит. Так, ладно, ладно, я сейчас тебе устрою, ладно. Так вот, синее ведро. Я нашел синее ведро, хорошо. Больше лайков, и мы уделаем эту марионетку гребаную, кошмарную, мы должны. Так, красный... вот он, футбольный мяч! Есть, нашел. Футбольный мяч, так хорошо. Так, оранжевая кружка. Поехали. Так, так, так. Что такое топ-хэт? Топ-хэт это же шляпа. Так вот она шляпа висит на вешалке, а? Вот видишь, заметил, да? Ты лайк понаставил сразу, как пошло. Хорошо, а? Спринг-трапа найти? А это что? Это спринг-трап? Нет, это не спринг-трап! А где спринг-трап? А где? А где спринтрап был? Это не спринтрап, да? Я думал, это спринтрап. Ой, капец. А как мне найти спринтрап, если его там нет? Алло, пацаны. Я думал, ну рисунок спринтрап. Нам надо найти реального спринтрапа? А какого хрена спринтрап делает в комнате? Я вот объясни мне, пожалуйста. Я не понимаю, в чем прикол. Так, ну ладно, окей, ведро. Смотри, я по памяти, мяч. Шляпа. Оранжевый... Кружка, оранжевый. Да кого-то оранжевая кружка. Фу, я думал, сейчас напугают. Голубой подарок, пожалуйста. Голубой подарок я нашел. Так, что еще? Рисунок с шариками, ну вот он. А, да почему он? Рисунок с шариками же он. Это не он, это он, это не он. Это же рисунок с шариками, который нам нужно было найти, нет? А в чем прикол? В чем прикол? Так, подожди, кошмарная марионетка, ты меня начинаешь бесить уже.
Тебе нужен рисунок с шариками или нет? Там же написано, мать его, рисунок с шариками. Фух, капец, это трэш, это трэшовая игра. Рисунок с шариками есть? Так, ну все, короче, давайте. Синяя бутылочка. Потом еще раз оранжевая шляпа. Красный мяч. Зеленое ведро. Что нам остается найти? Голубой подарок есть. Вот он, вот он, вот он, тихо, вот он. Так, что еще остается найти? Картинка с Чикой. Картинка с Чикой. Так вот она. Вот картинка с Чикой, без проблем. Чика игрушка. Чика игрушка. Чика игрушка. Была где-то, я видел. Чика игрушка, вот она. Фу, нашли. Так, Бонни игрушка и пицца. Пицца только с оливками и перчиком? Да вы чё, угораете? Их тут несколько! Каким образом я найду пиццу только с оливками и перчиком? Оливки и перчик? А вот еще пицца, а вот пицца. Мне хана, я умер! А, я нашел! Подожди, Бонни игрушка, и мы выиграли! Бонни игрушка, пожалуйста, где ты, скотина? Бонни, пожалуйста, где? Вот он! Мы затащили. Есть! Выкуси, марионетка, выкуси, это было очень сложно. Это было реально сложно, благодаря твоим лайкам мы все сделали круто. Все, марионетка официально идет в задницу. Есть, пройдено. 4 уровня мы прошли, а это было офигенно. Мы прошли с 1 ФНАФа по 4. Получается, нам осталось еще много уровней, но это уже будет следующий серий. Надеюсь, игра тебе понравилась, и ты искал вещи вместе со мной. Если ты нашел много вещей, которые я не нашел, пиши об этом в комментариях. И, конечно же, ставь лайк. Спасибо тебе за помощь, друг. Сегодня мы прошли аж целых 4 уровня с 1 ФНАФа по 4. И это было реально круто. Нас пугали всякие разные аниматроники и много было скримеров. Но мы справились, и благодаря твоим лайкам и твоей поддержке мне удалось найти все вещи. В следующей серии мы посмотрим другие ФНАФы и другие комнаты. И надеюсь, игра тебе понравилась. Ставь, конечно же, лайк. Всем удачи и всем пока!